Диспетчерская. Именно отсюда началось наше знакомство со станцией скорой помощи. На первый взгляд, самое спокойное место, но это далеко не так. Диспетчерская – это оперативный отдел, где сотрудники – люди, умеющие быстро принимать решения. Именно они определяют, какая бригада скорой помощи отправится к больному. Первая бригада на вызов, первая. Долго бригаде номер один ждать не пришлось. Отправляемся к больному. За дежурство одна бригада выезжает в среднем на 15 вызовов. Порой у медиков нет даже времени передохнуть. Сейчас нам поступил вызов аритмия. Женщина 68 лет по адресу Вахитова 4. К счастью, вызов оказался, как говорят медики, рядовым. У женщины аритмия. Нужно восстановить сердечный ритм. Кардиограмма, необходимые уколы. Вызов затянулся на 30 минут. Женщине предложили проехать в приемный покой. За 20 лет работы в станции скорой помощи фельдшер высшей категории Резида Гильмулина спасла много жизней. Признается, каждый вызов как рулетка. Бывают и такие случаи, когда медикам приходится спасаться самим. Иногда там уходишь на вызов, там водитель пока сидит, ждет, нападают на водителя, привяжутся там, ссорятся из-за места у подъезда. Вот. Ну, водители, которые живут в этом дворе, могут хамить, грубить и угрожать. Бывает, что уж, конечно, и на вызов попадаемся на такое. О трудностях работы фельдшера ходят легенды. Говорят, это не просто профессия, а призвание. Это, по сути, врачи-универсалы, супергерои, которые первыми приезжают на помощь и ежедневно спасают человеческие жизни. Только за прошлый год сотрудники скорой медицинской помощи выезжали на вызовы больше 70 тысяч раз. 14 бригад станции скорой медицинской помощи обслуживает весь город и район. А это порядка 280 тысяч человек. Регина Сулейманова, Максим Липин, новости НТР.